9 лет как один миг. Областная спартакиада средств массовой информации отметила первый юбилей. В этом году она прошла уже в 10-й раз. По традиции ее посвятили Международному дню спортивного журналиста, как и в далеком 2009 году. Мы собрались с двумя командами, даже вот тогда не было ни редакции, были электронные и печатные. Победили электронные СМИ. Но тоже были интересные там и виды, и мини-футбол был, вот и теннис настольный. Практически они до сегодняшнего дня дошли. Как правило, спартакиада СМИ – это отличная летняя погода. Нынешняя юбилейная – не исключение. Более того, к стартовому свистку столбик термометра уверенно рванул вверх. Соревнования по мини-футболу и легкой атлетике прошли под палящим солнцем. В жару хочется как-то прохлады, где-то, может быть, посидеть в тенечке. Может быть, чтобы в спартакиаду внесли шахматы, в тенечке можно поиграть всегда. Опять-таки, ну а что, блиц быстренько, 10 минут на партию, блиц, поиграли, посчитали – хорошо. Однако программу спартакиады менять не стали, и к традиционной волейболу, мини-футболу, легкой атлетике, настольному теннису и дартсу добавили стритбол. Практически не изменился и состав участников. В их число вернулось Димитроградское наше радио. Несколько лет назад коллектив выиграл спартакиаду, а потом взял паузу на несколько лет. Изменилось, наверное, мало. Осталось, наверное, самый главный дух первенства и стимул. Все-таки он спорта, стимул здорового образа жизни, он здесь подтвердился, да, то есть все люди пытаются показать все, на что они способны. Я думаю, что на всех площадках все это и произошло. Жаркие баталии во всех видах спорта под стать температуре палящего солнца. Даже дебютанты с портала ulpravda.ru дают бой корифеям, команде «Чемпион» и сборной «Радио 2x2». В итоге мастера слова всемирной паутины остановились в шаге от пьедестала в общем зачете. У них 4-е место. У нас в команде очень много дебютантов, они хорошо выступили и в целом мы очень довольны нашим результатом. А первенство спартакиады по традиции разыграли ее фавориты, которые соревнуются уже почти 10 лет. Сборная ГТРК «Волга» стала бронзовым призером. Чемпион прошлого года команда «Радио 2x2» завоевала серебряные награды. А золотые медали после многолетнего перерыва снова достались команде спортивной газеты «Чемпион». Новые триумфаторы во всех 6 видах программы ни разу не опустились за черту призеров. Они были вторыми в легкой атлетике и волейболе, третьими в дартсе, а также победителями в стритболе и настольном теннисе. Победили и в мини-футболе, благодаря лучшему бомбардиру турнира фотокору Владимиру Краснову, наколотившего ворота соперников 8 мячей. Вся спартакиада прошла очень хорошо, мне все понравилось, мы в стритболе победили. Жаль, что бег чуть-чуть не получилось выиграть, а так впечатление положительное. Положительные эмоции не только от баталий, но и от Сенгилея, который принял спартакиаду уже в 3-й раз подряд. И это тоже своеобразный юбилей, но он уже в истории. Новая страница областной спартакиады СМИ через год, также в июле, на Международный день спортивного журналиста. Михаил Сашанский, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.